Когда я хочу вспомнить что-нибудь самое светлое из советского прошлого, на память приходит не так много ярких картин. Магомаев – одна из самых ярких картин в этом небольшом ряду. Когда говорят, а что вообще такое Муслим Магомаев? Я глубоко убежден, что такой талант, поскольку этот человек выбивался из всего ряда. Много было талантливых людей, любимых, известных. И Магомаев стоял отдельно, даже от них. Чтобы так слилась зрительская любовь к одному человеку, зрители самых разных возрастов, вкусов, интеллектуального развития, значит, Магомаев – это какой-то посланник на землю. Оттуда, причем необыкновенный посланник. Художник от начала и до конца. Сгоревший, как какой-то космический снаряд. Тотальная любовь, которая была к Магомаеву, решает и затмевает все. Дороги, гасля,